В ведомстве считают, для инвесторов алкогольного рынка это станет плохим сигналом. К тому же это противоречит государственной концепции по снижению злоупотребления алкоголем. Свое мнение в этом вопросе высказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев считает, что повышать акциз на вино не стоит. Эта мера больно ударит по уже работающим виноделам. Из-за увеличения стоимости акциза подорожает и конечный продукт. Продавать его будет сложнее. В итоге мы получим с одной стороны убытки предприятий, с другой стороны рост теневых продаж на винном рынке. Это палки в колеса импортозамещения. Вино – долгие инвестиции. Бизнес просчитывает, оценивает рентабельность каждого рубля. Увеличение акциза может на корню отбить желание заниматься проектами в этом направлении. Ранее Министерство финансов России предложило вдвое увеличить акциз на тихие вина.